Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами унылая команда Василий и Виталик. Закончили. Закончили мы кладку на в конце-то концов. Охуенные каменщики вдвоем ложат. Да. Носят, подсобников. Мешают. Дело в том, что у нас и подсобников нету. Были два подсобника, они разбежались. Один забухал, второй тоже. Второй спина. Да не, второго спина схватила. Ага. И он решил забухать. Что? То, что спина схватила. Вот передняя часть вот этой бани, вернее боковая часть. Вот здесь будет вход в баню. Я уже показывал когда-то. Но не вылаживал. Да, Василий? Вылаживать. Сейчас будем вылаживать. Котя, вот бетономешалка, которая нам очень сильно помогла. Она рабочая, а вот там стоит нерабочая, вот там дальше. Она скисла сразу на второй день. Да, на второй день скисла. Да. Здесь будут большие окна такие, 1,50 м, да? Ну как, чтобы там светло было в бане. Пойду бабку сниму. А вот бассейн какой будет вот тут. С пластика. Заказал хозяин. В баню, специально для бани. Два, на сколько он у вас? Два он метра? Полтора на три. А, полтора на три размер его. Полтора, так это полтора он и в высоту, да. И полтора в ширину, да? Да. И в длину? Три. Три. О, да, вот такой вот. Тут ребра жесткости есть. Здесь будет в этих ребрах жесткости просверливаться и просовываться арматура. Для крепости. Штука баксов, да, у вас? Вот так вот на. Вот бассейн. Вот такой. Вот это специально для парной. Здесь вот будет парилка. Вот здесь, в этом районе, будет бассейн. Выкопается яма, забетонируется низ, обложится кирпичом. И будем париться тут. Может быть. Ну, разок нам разрешат, да, Вася? Сам хозяин говорит. Говорит, пацаны, я вам разрешу попариться. Один раз. Больше не. Здесь будет... Кого? Бать, капусту забыл вас. Вот здесь будет, да, большое помещение. Здесь будет кухня. Здесь будут отдыхать люди. После парной. Играть в бильярд. Вот это здание с пеноблока, оно уже было изначально. Мы его обложили кирпичом и продолжили. Сделали длиннее. Баня получилась 15 метров в длину. И в ширину почти 5. Да, Вася? Ну, 5. Вот. Здесь окна вот такие будут большие, 1,5-метровые. Два окна. И с той стороны на проветривание. Раз, два, три, четыре, вот там и пять. Пять окон всего на проветривание. Тут мы подняли, потому что высоты не хватало на три ряда. Крыша будет односкатная, как я и говорил. Правда, стропила бэушные. Ну, потому что они были в хозяйстве, решили, было принято решение их не покупать. Давайте. Зачем, если есть бэушные? Внутри все обошьется, зашьется, когда-нибудь пол зальется, на полу будет, здесь может быть линолеум, а вот там будет плитка, вот тут в парной. Не, я говорю на полу. На полу ж плитка будет. Ну да. Ну а и там, где бассейн, будет плитка. Иначе ж вагонки жопа будет. Да. Здесь вот и у меня напарник плиточник, он чисто плиткой любит заниматься. Он, конечно, делает все, но плитку само больше любит. А я не ложу плитку, потому что устал уже. Ноги болят. Сейчас уложим стропила, прибьем и поедем домой. И жду ваших комментариев, что вы думаете, блин, за это... За это паскудство, да.
Не знаю. Так, ну вот, вот уложили обвязку, закрепили. Сверху обвязка вот с этой стороны и там. Брус 100 на 50. Анкерами закрепили. Все это дело. Вон на в тачке лежит. Там же и мелок, Вася, супер. Так, на эту обвязку положатся стропила вот такие. Вот размер. БУшный. Thank you.